Так. Подвеска у нас стандартная, шины мы ставим. Блин, а шины здесь у нас стандартные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блин. Так, дело не пойдет. Придется его продавать. Так, что тут еще нам продать можно? Это тоже нам нахрен нужно. Так, а что тут у нас еще лишнее? Так, американцы. Так, Азов. На Азове тоже, наверное, не вариант ехать. На Мазурике. Так, что же нам тут еще взять? Так, магазин грузовиков, да. Так, шоссейные, грузовые, тяжелые. А, что у нас тут по тяжелому? Ну-ка, а на это можно поставить шины? Так, а на этом уже, скорее всего, да, можно поставить. Блин, хорошо, жалко, что на Пацифик нельзя поставить нам. Ладно, давайте, наверное, все-таки, блин, даже не знаю, ребята, на этом транспорте поехать или не на этом, даже и не знаю. Так, что у нас тут по мощности? По мощности у нас Пацифик, да? Пацифик. А что у нас еще? Так, вездеходы. А что у нас тут по вездеходам? В принципе, небольшой выбор. Так, грузовые аппараты тоже не пойдут. И шоссейные тоже не пойдут, шоссейники, потому что шоссейники, они слабоваты. Так, ладно, поедем тогда, наверное, на Пацифике, потому что выбора особо большого нету. Так, вездеход. Давайте все-таки, наверное, возьмем Пацифик, да. Сейчас сделаем ему апгрейд. Так, двигатель мы поставим помощнее. Коробка передач у нас, блин, коробка передач у нас нельзя менять. Так, шины мы, конечно, поставим сейчас с цепями. 100%. Так, лебедка у нас тяжелая, двухмоторная. Запасное колесо есть. И модуль кузова мы поставим высокое седло. Так, высокое седло есть, да. Теперь по покраске передний бампер, в принципе, можно поставить, наверное. Да пусть, наверное, будет такой же стандартный, скорее всего. Пусть будет стандартный. Так, разные дудки, маячки, противотуманки. Так, теперь по цвету. Ну пусть, блин, в принципе, стандартный цвет тоже неплохой. Мне нравится. Светлый, яркий и очень. Так, все, давайте, ребята, выходим мы из гаража. И сейчас, господа, поедем мы суперспецоперация. Давай Биг Мак. Так, привет, братская сеть, спецом, ребята. Так, все, давайте заведем технику, да, и поедем, господа, короче, сегодня вот на таком сегодня Пацифика P16, да, вроде бы P16. Так, Адидас, родненький, миленький, ой-ой-ой, Короночка, спасибо тебе, родненький, спасибо тебе за такую колоссальную поддержку. Ой-ой-ой, что творится, не успел начаться стрим, и Adidas 2 подарил мне коронку. Спасибо тебе, родники, спасибо тебе за поддержку такую большую. Спасибо тебе большое от моей супруги Екатерины и от меня лично. Так, Ромка 44, ой-ой-ой, Ромка тоже 44, уже тоже в сети, спасибо вам, ребята. Ромка 44, а также... Так, Adidas и еще вроде кто-то подарил. Спасибо вам, ребята, спасибо вам за поддержку канала Game Time. Низкий вам поклон еще раз, господа. Очень, ребята, большая от вас поддержка. Очень приятно, ребята. Это для меня очень много чего значит. Поэтому, ребята, спасибо вам еще раз большое. Так, Саша. Ой-ой-ой, еще коронка пошла от Adidas. Ой, родненький, миленький. Спасибо тебе огромное, братское сердце. Очень приятно. Блин, что творится, не успел стрим начаться, и полетели такие колоссальная поддержка, ребята, огромное вам спасибо. Клинец, так, не успел прочитать. Так, ты отсюда выходишь? Нет, братик, я живу здесь, в виртуальном мире, не ем, не сплю, в туалет не хожу, чисто, короче, здесь зависаю круглые сутки, потому что на улице минус 15, холодно, зачем там быть? Ой-ой-ой, Адидасик, спасибо, родники, также кетчем. Ой, ребята, что творится? Просто дикий старт сегодня, господа, у нас на стриме Game Time. Ой-ой, Адидас, 49, 50, 54 огоньков, 56. Спасибо тебе, родненький, спасибо тебе большое за поддержку. Просто что-то невероятное сегодня творится у меня на стриме. Я прямо даже не верю, ребята, не верю, что так начался стрим позитивно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо тебе, соточка уже огоньков, братик.
спасибо тебе огромное. Ты, наверное, скорее всего, какой-нибудь, наверное, сын депутата, может быть, сын миллиардера. Но, ну, как бы в шутку, это в шутку, конечно. Спасибо тебе огромное, братик, за такую постоянную колоссальную поддержку. Так, го потом на К6. Ребята, сегодня мы взяли вот такого сегодня зверя. Это Pacific P16 вроде бы, либо P14, честно, уже подзабыл. Давайте скажу точно, да, Pacific P12, даже P12. Сегодня, ребята, сегодня будет колоссальный сегодня будет груз. Не как обычно, там, да, бревна там везем, да, плиты. Господа, сегодня груз будет просто безбашенный, просто безбашенный. Поэтому едем сейчас мы, сейчас скажу, куда мы едем. Едем в Белую долину, да, и будем, господа, брать здоровый груз, господа. Сегодня вы увидите груз не такой обычно, как всегда бывает. Салют из Саратова. Привет тебе большой из Брянской области. Так, ребятушки, родники, миленькие, спасибо вам такую сегодня за колоссальную поддержку. Даже не успел стрим начаться, господа, и такая сразу поддержка пошла подарочком. Родненькие, миленькие, спасибо вам большое от моей семьи и от канала Game Time. Огромное вам спасибо, ребят. Для меня поддержка это очень много значит. Поэтому, ребята, спасибо вам еще раз. Низкий поклон и мое вам почтение. Так, Кетчман, спасибо тебе, миленький. Спасибо тебе тоже за колонку, тоже вижу. Ой-ой-ой, еще коронка от Адидаса. Блин, братское сердце. Огромное тебе превеликое спасибо. Сейчас я еще жену сюда повезу, а то жена, как всегда, пропускает самое интересное, самые шикарные стримы. Спасибо вам, ребята, за колоссальную поддержку. Блин, если бы, конечно, не мой ребенок, не мой сын, да, просто сейчас Екатерина занята с ребенком, то ее бы сюда бы тоже пригласил и было бы повеселее. Ну, в принципе, так, неплохо нам там, неплохенько здесь нам и без Екатерины. В принципе, и все у нас хорошо. Так. И за сколько? Что именно за сколько? Давайте, господа, я вам покажу, как выглядит сегодня у нас транспорт. Смотрите, господа. Скопью, спасибо тебе тоже, братское сердце. Спасибо тебе за подарочек микрофона. Обнял крепенько. Так, Никита 440, что случилось? Адидас, спасибо тебе большое от моей жены Екатерины и от меня лично. Огромное тебе спасибо за постоянную поддержку канала Game Time. Просто, господин, топ, просто топ. Высший уровень поддержки. Так, салам братскому сердцу, 10-му региону. Сори, что долго не был. Я живу в Казахстане, а там чрезвычайное положение. Братское сердце, добра вам и позитива, чтоб все было у вас хорошо в Казахстане. У меня двоюродная сестра родом с Казахстана, с Павлодара. Поэтому, ребята, как говорится, держитесь, все будет у вас хорошо. И я думаю, все у вас будет отлично в вашей стране. Я бы многое бы сказал бы здесь на стриме, да, по этому поводу. Но за это просто могут забанить меня на стриме. Могут очень забанить жестко, потому что не раз меня уже банили. Даже за элементарные высказывания просто ничего не было такого плохого, да. Все в хорошем стиле было, и меня банили за политику. Поэтому политику я, ребята, здесь стараться не буду говорить. Потому что не хочу, чтобы меня забанили. Потому что все-таки, если забанят ребята, то стримы могут пропасться, хрен его знает на сколько дней. Может быть на сутки, а может быть вообще забанят весь канал. Поэтому, ребята, я бы не молчал, я много бы сказал, но не могу. Из-за того, что политика в ТикТоке очень жесткая. Так, Адидасик, родненький, миленький, спасибо тебе еще за поддержку. Спасибо тебе огромное. Просто высший пилотаж, ребята, сегодня в поддержке. Огромное вам спасибо. Так, добрый вечер, здравствуйте, я Шавкат. Что значит Шавкат, братское сердце, я не понимаю. Имя это, или какое-то обозначение, или это кличка, что значит? Так, господа, сегодня у нас будет просто колоссальный будет сегодня груз. Сейчас вы все увидите. Не стандартный груз, не бревна, не бетонные плиты, что там еще у нас бывает? Да что только мы не возим, да, в принципе. Но в последнее время мы только возим обычно деревянные доски, да. Но сегодня, ребята, я решил наконец-то довести этот груз до конца. И сейчас вы увидите, что мы сегодня, господа, повезем. Так, давайте заведем вот этого канадского монстра, да, это Pacific P12, давайте заведем его.
Так, все, завели нашу технику, господа, поехали на загрузку. Так, господа, родненькие, миленькие, минуточку внимания. Короче, хочу похвастаться, ребят, купил, короче, я камеру. Вот такую, C922. Это не реклама, сразу говорю, просто хвастаюсь, ребят. Это значит то, что скоро на днях я буду вести стримы и на YouTube-канале. Одновременно и в ТикТоке, и в YouTube-канале. Поэтому, господа, кто хочет хорошую картинку от этой игры, которую сегодня мы стримим, я, ребята, буду стримить теперь и в YouTube-канале. YouTube-канал, вы все знаете, шапки профиль ТикТок. Поэтому, господа, наконец-то дождался этой посылки. Поэтому, ребята, на днях протестирую YouTube-канал на стриме. Вот, и всех приглашаю, ребята, на хорошую картинку. В ТТ, в ТикТоке я продолжаю также стримить. Просто буду уже одновременно стримить и в Ютубе, и в ТикТоке. Потому что сами понимаете, что картинка в ТикТоке, она постоянно мерцает, постоянно некачественно. Поэтому хочу сделать качественную картинку, да, но поэтому и Ютуб начинаю тоже запускать в плане стримов. Так, ты очень классный, обожаю смотреть твои стримы, продолжай в том же духе. Спасибо тебе за поддержку, очень приятно такое слышать, спасибо тебе огромное, мое почтение. Так, привет, сука, братка, когда в хоккей будете рубиться? Братское сердце, хоккей будем, скорее всего, завтра, все зависит от моего друга. Просто мы с корешем играем в хоккей, да, он сейчас пока занят, занимается потолками, там, ремонтами, квартирами, вот, может быть, завтра, скорее всего, вечером мы с ним рубанемся в хоккей. Хоккей обязательно будет, хоккей, это круто, это весело, и всегда можно разные команды взять. Так, откуда ты? Я из Брянской области, из города Новозыбково, живу на границе Беларуси, России, Украины. Так, давайте посмотрем, где у нас груз, демонтаж бура. А, господа, едем, короче, мы... Так, секундочку, сейчас я сориентируюсь, здесь у нас загрузка, да? Ой-ой-ой, кстати, ехать, в принципе, прилично. Так, едем все время по главной дороге, все, погнали дальше. Так, едем все время по главной дороге и едем до нашего бура. Так, если свернуть, в принципе, нет, сворачивать нет смысла, поэтому едем по дороге дальше. Так, все, ребята, гашетку пол и поехали дальше до нашего бура. Везем сегодня, ребята, монтажный бур. Сейчас скажу, как точно называется. Так, груз называется у нас, да, демонтированный бур. Сейчас вы, господа, увидите, какой интересный будет здоровый прицеп, ребята. Просто колоссальный крупногабаритный груз. Так, Дим, ты с Русиком в хоккей играешь? Никита 440, с Русиком в хоккей. Братское сердце, с Русиком это кто именно? Это кто именно? Не понял я. Доминей, спасибо тебе еще. Привет тебе еще раз. Сегодня мы уже с тобой видели. Спасибо тебе за поддержку. Никита 440, а Русик, это ты про кого имеешь в виду? Привет, братское сердце, что за машина? Это канадская машина, ребята, смотрите. Это канадская техника. Называется Pacific P12. И, кстати, он в реальности точно так же называется Pacific. Есть, 500, есть версия P16. Я хотел, правда, взять P16 версию, да, но у него нету высокого седла. Поэтому пришлось модель чуть-чуть послабже взять. Это модель Pacific P12. Сейчас вам покажу, ребята, как выглядит внутри салон. Смотрите, какая техника интересная. Вот, даже, ребята, есть вентилятор. Хотя, на кой он нам нужен, когда здесь у нас Америка, локация, штат Аляска. Вот такой, ребята, здоровый сегодня грузовик. Мы едем за огромным, ребята, прицепом. Просто колоссальный. Сейчас вы все увидите, какой будет здоровый, ребята, прицеп. Крупногабаритный и крупнобольшой, и такой нормальный по длине. Поэтому, ребята, сейчас будет очень нелегко будет ехать, так как дороги узкие, да, вот, а прицеп будет очень габаритный. Ну, вы, в принципе, все увидите, как бы я уже возил не раз такие большие грузы здесь, да, но здесь я буду впервые вести на такой технике. Так, для этой игры комп мощный надо. Ну, если играть в хорошей картинке, то да, я советую играть на хорошем компьютере. Потому что в идеале лучше иметь карту, допустим, 2060 Super. Ну, как бы минимально, чтобы играть стабильно 60 FPS и на ультрах.
Ну, конечно, можно и на минималках играть, да, но какой смысл в такой красивой детализированной игры, игре играть на минимальных настройках и с минимальным FPS-ом? Я понимаю, что нету никакого смысла. Поэтому, если у кого слабые компьютеры, то играйте лучше с Pentaris либо Moonrider, иначе вы испортите впечатление об игре. Потому что вы будете играть на минимальных настройках, картинка будет мыльная, деревянная, и все, вы будете потом негатив про эту игру говорить. Так, ща еще подарочки будут. Ой-ой-ой, Адидасик, родненький, миленький, спасибо тебе. Спасибо, очень, ребята, очень поддержка колоссальная. Ребят, честно, не ожидал, ребята, от вас такой колоссальной поддержки. Я просто не ожидал. Да, я даже вообще не ожидал, что вообще кому-то стримы мои кому-то понравятся. И общение, да, и игры сами, ребята, для меня это очень много значит, и меня это очень вдохновляет. Спасибо вам, господа, огромное. Низкий вам поклон от моей семьи и от Екатерины, лично от меня. Так, почему нельзя развернуть твой стрим на весь экран? Братик, потому что у нас лайвстрим. Поэтому нельзя. Я, блин, с удовольствием бы... в чем фишка? Проблема в том, что мне дали функцию стримить с ПК, да, но она почему-то не работает. Я уже даже веб-камеру купил ради этого. И в итоге зря купил, она до сих пор не работает. Но зато теперь я решился все-таки, ребята, стримы вести теперь в YouTube-канале. Одновременно в ТикТоке и в YouTube. Так, да ты топ-стример просто. Спасибо вам, ребята, спасибо вам за такую поддержку. Так, ну что, господа, немножко осталось. Давайте прибавим газку, да, чтобы не томить, потому что ехать, в принципе, еще не сильно особо-то долго осталось. Вот, поэтому, ребята, гашетку в пол даю. Ну, хотя сам он, в принципе, быстро не едет. Вот я газ на всю нажал, да. Блин, не знаю, давайте немножко пониже сделаю экран, чтобы захватить педали. Блин, не знаю, педали еще далеко, блин, стоят. Может быть, кому-то интересно, да, там педальки посмотреть, может, кому-то что-то так понравится, почему там педали, чтоб не спрашивали, есть педали, ой-ой-ой, куда это он поехал, куда же он поехал. Ладно, ребят, что-то у меня сегодня со стримом все плохо, ракурса, блин, что-то сегодня как-то не по фэншую. Ладно, хрен с ним, потом настрою уже нормально, скорее, а вообще лучше в Ютубе будет, смотри, лучше, конечно, будет в Ютубе. Так, Покажи все джипы. Все джипы показать. Но у меня не все куплены, у меня есть там УАЗик, Нива есть, Американец там. Ну, блин, я как-нибудь покажу, не сейчас. Только не сейчас, попозже. Сейчас очень будет интересная миссия, интересное задание, да. Я долго держал эту миссию, как бы на лакомство, да. Но, короче, что-то я не сдержался. Надоели мне эти бревна, надоели мне эти бетонные плиты. Хочу что-нибудь такое интересное сегодня попробовать повозить. Поэтому, господа, добираемся до аэродрома, до военного аэродрома, да. И там будет у нас демонтаж, будем вести сегодня демонтированный бур. Так, все, господа, немножечко осталось доехать, буквально примерно где-то метров 900. И сейчас, господа, увидите, какой будет у нас сегодня здоровый бур. Так, только нужно для начала нам включить эту миссию. А это что-то я немножко потерялся здесь. Так, где же я еду? Ой-ой-ой, где же я тут еду? А я, господа, извиняюсь, я, короче, проехал поворот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, немножко заболтался и проехал поворот. Если бы не проехал, в принципе, мы уже бы приехали к этому прицепу. Ладно, господа, потерпите, родненькие. Сейчас я гашетку в пол и побыстрее поеду, чтобы доехать. Немножко я прозевал я поворот. Так, ну или без АКК. Так, Доминеш, спасибо тебе еще, братское сердце, спасибо тебе за поддержку. Тоже постоянный зритель, я уже тебе, братик, уже как для нас родной. Постоянно здесь поддержишь, постоянно смотришь, спасибо тебе большое. Так, покупал DLS новое. Братское сердце, я сейчас играю не в оригинал, я играю в пиратку. В данный момент у меня пиратка, потому что я изначально начал играть в пиратку, да,
Короче, около года я в нее играл, проходил, потом себе купил стимовскую версию, да, и понял, что в стимовскую версию я не могу ставить сохранение. Поэтому, дабы год не терять, я просто продолжил в пиратку дальше играть. Хотя у меня есть и стимовская версия тоже. Вот. Так. Все, господа, почти приехали, ребята, почти приехали. Вот она уже показывает нашу загрузку, господа. Немножко осталось, буквально где-то метров 300-400, и мы уже будем на загрузке. Так, привет, исландцев, привет тебе тоже с 32-го региона, с Брянской области. Так, что за тачка? Это канадский трак, не трак даже, а тягач, либо грузовик, да, канадского происхождения, Pacific P12. Вон, ребята, вон впереди значок нашей загрузки. Господа, сейчас будет просто демонический прицеп, ребята. Нестандартный. Не как обычно мы возим прицепы, бревна. Господа, сегодня будет эксклюзивный прицеп. Сейчас вы все, господа, увидите. Жаль, что я сегодня не включил стрим с Ютуба. Было бы тоже на Ютубе хорошо такой груз сегодня отвезти. Ладно, хрен с ним, как настрою YouTube, и обязательно начнем на YouTube тоже вести стримы одновременно в ТикТоке. И, кстати, господа, мне интересно, кто где смотрит обычно стримы, да, там в YouTube больше или вам в ТикТоке нравится? Мне вот интересно ваше мнение, значит, что, где вы больше как бы зависаете, в ТикТоке либо в YouTube? Я в последнее время начал почему-то в ТикТоке зависать. Именно в ТикТоке, не знаю. Так, брат, что за машина? Это Pacific P12. Pacific P12, канадская просто. Так, господа, так, на Твиче. Стримы в Ютубе лучше. Так, ТикТок. На работе, ТикТок. Все, понял, ребята, в ТикТоке, короче, больше. Так, господа, ну все, смотрите, какой груз, ребята. Все, я вас понял, ребята. Вот он наш прицеп, господа. Посмотрите, какой здоровый, господа. Это просто монстр, ребята. Посмотрите, какой здоровый сегодня, господа, будем прицеп. Это просто что-то с чем-то, господа. Посмотрите размеры. Посмотрите еще раз на машину и на весь этот прицеп. Так, привет из Грозного. Привет тебе тоже с Брянской области. Ребята, смотрите, как вам прицеп. Я думаю, просто здоровый. Адидасик, короночка пошла, спасибо тебе. Ой, что сегодня творится, братское сердце. Сегодня у нас и груз здоровый, и коронки от тебя. Спасибо тебе большое за поддержку. Так, все, господа, давайте его прицепим. Кинули корону, вижу, братское сердце. Спасибо Адидасу, просто топовый наша поддержка от Адидаса. Спасибо тебе огромное, братское сердце. Постоянно наш подписчик любимый, спасибо вам огромное. Так, Логан, спасибо тебе тоже, братское сердце, за поддержку канала GameTime. Так, ну что, господа, давайте его прицепим, господа, вот этот колоссальный, господа, прицеп. Ну это вы видели? Вы видели, ребята, его эти размеры? Просто бомбовый, господа, просто бомбовый размер. Вы только посмотрите на этот груз. Ой-ой-ой, что творится, Adidas, спасибо тебе огромное. Спасибо, огоньки, 70 штук, 80, ой-ой-ой-ой-ой. Просто колоссальная поддержка, просто колоссальная. Ребята, смотрите еще раз прицеп. Давайте мы его теперь прицепим, да, немножко проедем вперед, секундочку, господа. Сейчас мы его немножечко подвинем назад, вперед, а теперь капельку назад мы сейчас газанем. Так, подъезжай. Стой, все, пойдет, давайте, есть контакт, ребята, есть контакт. Посмотрите на эти размеры, господа, просто колоссальный сегодня груз. Так. Ой-ой-ой, о, что творится сегодня у нас со стрима. Adidas, спасибо тебе. Корона еще одна пошла. Еще от Adidas корона пошла. Братик, спасибо тебе за колоссальную поддержку. Так, немножко пропустил я комментарии. Так, привет из Хмельницкий. Привет большой тебе с Брянской области.
Так, Логан, спасибо тебе за огонек. Скажи привет Степанову, сказал. Так, Иркутск на связи, привет Иркутску. Так, дальше. Steam Everyday, спасибо тебе, родники, тоже за шоколадку. Мое тебе почтение. А также и за коронку. Блин, братское сердце. Еще одна. Катя, иди сюда, ты пропускаешь короны. Екатерина, где там Екатерина? Катечка, нам коронки здесь кидают, родненько. Ты посмотри, что сегодня на стриме творится. Просто бомбовый, бомбовый стрим. Спасибо, Адидас, спасибо тебе еще раз. Катя, напиши, напиши, зайди в стрим, напиши большое спасибо всем, кто поддерживает канал Game Time. Напиши, Екатерина, напиши официально всем. Так, ну что, господа, родненькие, миленькие, погнали. Вот такой сегодня, господа, у нас груз нестандартный, господа, нестандартный. Так, давайте посмотрим, куда мы сегодня его будем отчаливать. Так, 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 куда же нам, господа, его отчаливать? Так, доставка в Горную реку. Ой-ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой, очень-очень далеко нам придется его тащить. Очень далеко, господа, короче... Ставим метки, ставим карту, да, чтобы нам здесь не потеряться. Господа, думаю, будет не слишком просто увести, но попробуем, ребята, попробуем, что из этого получится. Так, ну что, поехали, ребята, поехали мы. Вот такой, ребята, сегодня у нас Pacific P12, канадская версия тягача. Так, Stream Everyday, спасибо тебе еще большое за поддержку, за пальчик в лес. Спасибо вам, ребята, за колоссальную поддержку семья. Ребята, сегодня стрим просто бомбовый. Просто, ребята, вы сделали мне сегодня настроение. И своей посещаемостью, господа, и колоссальными подарками. Просто так, Псих777, спасибо тебе еще тоже. Спасибо тебе, добрый человек, тоже за поддержку канала Game Time. Так, ну что, господа, поехали, поехали, родненькие, миленькие, поехали. Вот такой сегодня, ребята, у нас здоровый, здоровый, ребята, прицеп. Очень редко такие мы прицепы берем. Практически на стриме у меня впервые уйдет такой большой груз. Так, как же клево делать приятно. Да, деда, спасибо тебе огромное, спасибо тебе, братское сердце, за такие колоссальные поддержки. Для меня это очень много значит, ребята. Ваша поддержка от чистого сердца, ребята, большое вам спасибо. От моей семьи, от моей Екатерины, жены и от меня лично. Мое вам почтение, господа, мое вам почтение. Если, как говорится, господа, если бы не вы, не было бы меня на этих стримах. Поэтому спасибо вам за поддержку. Потому что чем больше поддержки, ребята, тем больше мне хочется к вам приходить, общаться с вами, радовать вас. И вы меня тоже радуете и поднимаете и настроение, и делаете меня счастливым. И все, ребята, у нас будет хорошо, добра вам и позитива. Так, Stream Everyday, спасибо тебе тоже, добрый человек, за поддержку канала Game Time. Так, все, ребятушки, спасибо вам всем. Я на минуточку давайте из чата выхожу, ребята. Я буду читать сообщения, да, но я не смогу пока читать ваши, ребят, комментарии, потому что прицеп, ребята, очень длинный, да. Мне очень тяжело сейчас будет ехать и читать сообщения. И чтобы, дабы доехать нормально и с головой, да, господа, я пока временно не буду читать, но я буду все видеть, что вы будете писать, ребят. Поэтому... пока, извиняйте меня, ребята, сами поймите, прицеп здоровый, надо немножко сейчас окунуться с головой в эту игру. Я буду комментировать, господа, буду читать сообщения, но пока не буду комментировать ваши сообщения. Все, ребята, всем спасибо за колоссальную поддержку, родненькие. Все, поехали, давайте вести большой груз. Так, сейчас отключаю полный привод, господа, полный привод, иначе я не смогу доехать дальше. И поехали дальше, господа. Так, если меня долго нету, ты не расстраиваешься, я никуда не ухожу. Время не бывает. Да, Адидас, братское сердце, в последнее время что-то я тебя уже не замечал. Я вообще уже подумал, что ты либо обиделся, либо, может быть, надоели тебе стримы. Я, кстати, в последнее время это приметил. Но я понял тебя, братское сердце, понял, что ты никуда не делся, все хорошо, просто бывают дела. Спасибо тебе, братское сердце, за такое колоссальное подарки, за такое колоссальное настроение. И всем, ребята, кто поддержит канал, всех, ребята, не забываю, всех на канале я своем обязательно выкладываю в списке, кто поддержит мой канал, ребята. Я всегда, если кого-то я пропустил, я всегда, господа, запомните, на своем канале я вам всегда, и, как говорится, и отблагодарю, господа, отблагодарю всегда на канале.
Алексей, спасибо тебе, родники, спасибо из Красноярска, спасибо тебе большое за неваляшку. Тоже, ребята, большой-большой поклон, не поклонник даже, а большой, ребята, от Алексея поддержка тоже колоссальна. Алексей из Красноярска, простите меня, уже язык немножко заплетается от разговора. Алексей, спасибо тебе тоже огромную за поддержку канала GameTime. Низкий вам поклон. Так, господа, короче, у меня здесь проблемы начинаются, проблемы, да? Я не знаю, что здесь случилось, господа. То ли я зацепился, то ли здесь какой-то баг игры. Ой-ой-ой-ой, господа, что-то здесь происходит. Не пошина, ребята, ни хрена не хочет ехать, господа. Вижу, ребята. Короче, я на что-то напоролся. Я извиняюсь, ребята. Так, родненькие, миленькие, короче, я еще раз говорю, сейчас я пока не могу сильно читать комментарии, потому что очень тяжелый прицеп, и мне тяжело как бы ехать и читать, поэтому я буду видеть комментарии, да, но пока временно, ребята, я ограничен в комментариях по чату. Поэтому, ребята, сейчас немножко я здесь проеду, да, вот сами видите, я тут обочину уже потихоньку цепляю, эти отбойники, поэтому, господа, продолжаем ехать. Сегодня у нас Канада, да, супер-супер груз, ребята, супер груз. Это у нас получается демонтированный бур, и везем мы, короче, в Белую долину. Это у нас сегодня локация Америка, да. Мы находимся на Аляске, в Аляске, ребята. Это локация Аляска, это уже не Канада. Поэтому, ребята, посмотрите на этого монстра, посмотрите на этот здоровый груз. Просто, ребята, сегодня нестандартный сегодня груз. Жаль, что сегодня очень мало народу, потому что обычно, когда приходят, да, обычно они видят, там лес везем, да, дрова, бревна, да. Жаль, что я не дождался большой аудитории сегодня. Но, в принципе, это не важно. Не важно, как говорю, один человек на стриме, либо 10 миллионов, да. Самое главное, господа, это общение. Общение наше все. Так, сегодня, ребята, эта модель канадская машина, родом из Канады. Называется, ребята, Pacific P12. Есть модель еще постарше, Pacific P16, да. Но проблема в том, что я хотел, конечно, взять постарше модель P16, но там не оказалось ни высокого седла. Поэтому, даже дело не в седле было, а дело в том, что нельзя было на него поставить цепи. А цепи очень главное для того, чтобы здесь ехать по Аляске. Потому что если небольшая горка будет, ребята, мы не заедем на таком здоровом, ребята, тягаче, с таким тем более большим грузом. Поэтому я и не взял сегодня Пацифика P16, другую модель, которая очень более красивее, мощнее и лучше. Но, кстати, в чем еще минус P16 версии, да, в том, что в нем нету полного привода. Эта моделька очень старая, да, очень как бы такая старого образца, но здесь то, что очень хорошо, что здесь есть полный привод. Это очень многое значит. Так, уважение тебе всегда с тобой. Спасибо большое, очень приятно читать такие комментарии. Мое вам почтение. Так, я с Желика. Так, ребятушки, родненькие, миленькие, сейчас я немножко посмотрю, правильно мы едем или нет. Нам, короче, ребята, нужно попасть в Белую долину, да. Но чтобы попасть в Белую долину, нам нужно... Понял, подождите, стоп. Что-то я не понял, нет, я извиняюсь. Что-то я не понял. Так, Белая долина у нас получается... Секундочку. Доставить на аэродром. Ай, куда же я поехал? Блин, ребята, что-то я не туда поехал. Что я наделал? Что я тут, блин, сам себя, короче, запутал. Ребята, кручу-верчу, запутать хочу. Я не пойму, зачем я поехал в Белую долину, когда нам нужно было ехать в аэропорт. Ребята, я извиняюсь, не туда поехал. Что-то сегодня, ребята, у меня с Яндекс.Навигатором проблемы, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, немножко не туда поехал, придется сдавать назад. Как хорошо здесь оказался у нас
Какой-то завод. Сейчас мы в этот завод попробуем завернуть его, да, и попробуем на нем развернуться. Хотя, блин, техника очень здоровая. Не знаю, господа, получится ли нет. Попробую сейчас задний ход сдавать. И, господа, я немножко, как говорится, накосячил. Это залет, воин. Так, ладно, попробую сейчас я груз завести в сторону завода. Но проблема в том, что мне здесь мешает бордюр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мешает бордюр. И я из-за этого теперь не могу заехать. Так, блин, вот это проблема, ребята, вот это проблема. Сам себе проблемы создал, поехал не туда. Не знаю, почему меня повело в эту белую долину, не пойму до сих пор, не пойму. Как я так смотрел, либо я выбрал не ту, либо я случайно взял какое-то непонятное задание, да, не на то попал, которое было конкретно, и поэтому не туда я себе поехал груз везти. Ладно, хрен с ним, сейчас попробуем его развернуть варварским способом. Блин, ну что-то у меня это плохо получается. Не хочет заезжать у меня на отбойник, не хочет. Думал, что мощности хватит, но никак не получается. Так, где же здесь нам развернуться? Где же нам здесь развернуться, господа? Вот это залет, вот это, господа, у меня большой залет. Так, дальше бери. Так, ну сейчас буду пробовать, господа, потому что здесь очень-очень узковато здесь, вот, поэтому маневра у меня сильно много не получается. Так, есть контакт небольшой, сейчас буду, ребята, пробовать, все, буду вписываться в сторону завода. Так, все, есть, немножко взял курс, уже вроде как-то получается заезжать. Но не до конца. Задеваю немножко столб, да? Но ничего страшного. Сейчас все будет, ребята, хорошо. Так. Ну, в принципе, я здесь заехал, да? Но проблема в том, что у меня еще не хватает радиуса, чтобы отсюда выехать. Так, теперь нам нужно немножко сделать как-то радиус. Так, а чтобы радиус нам сделать, нам надо здесь его еще малешечку развернуть. Давайте его попробуем развернуть. Если, конечно, мне это удастся. Хотя я тут не профессионал, конечно, в этих делах, да? Но попробую, что есть силок. Так, а если попробовать его здесь полностью взять на разворот? Ну-ка, попробуем. Попробуем, ребята. Так. Ой-ой-ой, как заваливается наш бур. Я чувствую, сейчас я тут наделаю делов. Так, давайте я сейчас удалю здесь парочку прицепов, которые мне мешают. Так, уберем один прицеп, чтобы он мне дал развернуться. Ой-ой-ой, что случилось, почему прицеп завалился? Ай-яй-яй-яй-яй, держись, не заваливайся, почему прицеп заваливается, не пойму. Походу, я сильно его заломал, ребята, Ну, бывает, ребята, это игра, ничего страшного, бывает. Выбора нету, ребята. Потерял я курс, не туда поехал, теперь я сам себе сделал проблемы. Но надеюсь, что сейчас мы здесь развернемся. Главное, чтобы мне хватило здесь радиуса. Так, смотрите, господа, это Pacific P12 версия. Да, везем сегодня демонтированный бур. Смотрите, какой сегодня здоровый прицеп. Нестандартный, господа. Так, теперь нам сейчас надо перелить солярки немножечко. Так, давайте перельем солярки примерно 60 литров и уберем машину, чтобы она нам не мешала здесь проехать. Так, давайте газу и убираем его отсюда, потому что он мне не даст сегодня здесь развернуться. Так, давайте его уберем с места, потому что стоит он здесь не в теме. Так, поиграй в танки. Нет, братик, танки мне не нравятся. У меня много знакомых, много мужиков, много детков играют в танки здесь. Но это игра не моё. Я не играл, но я видел, но мне это не загоняет. Так, что за игра? Это SnowRunner, ребята. Игра называется SnowRunner, кто пришел на стрим. Так, все, давайте пробовать дальше разворачивать вот эту здоровую технику Пацифика P16. Вот таким варварским способом, да. Немножко я тут цепляю какой-то отбойник. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы нам хватило радиуса, блин. Что-то мне подсказываешь, ребята, что мне не получится здесь вернуться. Хотя, ребята, есть контакт. Потихонечку разворачиваем. И что там случается, ребята? Что-то я там зацепил. Так,
Да, господа, походу, наверное, я здесь не развернусь. Хотя, ой-ой-ой, не хватает. Все, ребята, не хватает мне радиуса, не хватает радиуса. Блин, да что ж такое? Зачем я сюда поехал, я не знаю, зачем я это сделал. Надо было мне все-таки ехать прямо и дальше не мучить себя. Так, ладно, сейчас будем тогда пробовать выходить из ситуации. Это залет, вон, это залет. Так, ну, в принципе, можно было попробовать его сначала расчехлить, отвязать прицеп, да, и потом уже пробовать выбираться. Так, там немножко я уже колеса повредил. Так, колеса там хоть живые. Так, короче, господа, я немножко уже растерян. Так, другим тягачом потяни прицеп на лебедке, другим тягачом. Блин, главное, что я сюда-то заехал, да. А, кстати, есть у меня одна идея. Попробую сейчас задним ходом я сдавать, да. А как я сюда заехал задом, да, так сейчас я попробую задним ходом и выехать. Кстати, хорошая идея, ребята, хорошая идея, чтобы выехать отсюда. Так, все, пробую эту, кстати, колоссальную идею. Почему-то я сразу не догнал, что можно бы выехать, попробовать задним ходом. Так, главное, чтобы мне здесь немножко хватило это все сделать, манипуляции. Так, ладно, поперли. Сейчас я попробую задний ход сдать, да, и попробую потихонечку вот таким варварским способом отсюда выехать. Так, блин, вот немножко мне не хватает радиуса, то туда какие-то трубы стоят ненужные, не в тему, то еще что-нибудь мешает. Так, давай, почти же выехали. Ай, там трубы какие-то лежат. Вот откуда там трубы взялись? Откуда там взялись трубы? Я не пойму. Вот зачем их там поставили? Зачем эти трубы лежат? Как специально не дают мне выехать нормально за труб? Так, придется покрутить рулем. Да, придется здесь поневрить. Я сам запорол себе выезд отсюда. Я сразу необдуманно начал действия делать. Я думал, просто мне хватит радиуса отсюда выехать, да, но ничего мне не хватило. И походу мне и сейчас радиуса тоже не хватает. Так, ладно, сейчас я попробую ближе взять левее сторону. Блин, вот чуть-чуть бы побольше площадку, немножко бы побольше площадку, и было бы здесь все отлично. Немножко не хватает мне с разворота. Так, ладно, сейчас мы еще раз проедем вперед. И давайте, ребята, я уже, честно, уже выматывает меня вот эта ситуация. Если бы там еще не стояли гребаные эти... Гребаные трубы, да, вообще было прекрасно. А трубы эти стали, да, вообще не в тему. Вообще эти трубы лежат не в тему. Так, ну давай, родники, чуть-чуть же осталось. Давай уже выезжать. А, кстати, господа, есть, наверное, одна идея. Секундочку. Сейчас попробую отцепить бур. Так, открепить. Сейчас я откреплю и попробую я стать себе как мне удобнее. Так, ну-ка, сейчас мы немножко здесь маневры еще сделаем. И сейчас мы еще раз его прицепим. Так. Прицепляем обратно, присоединяем. Так, что-то, нет, не попал. Блин, ребята, конечно, ситуация очень печальна. Для меня это очень печально. Так, я бы уже выехал. Братик, ну это легко говорить на стриме, поверь, легко говорить. Но на деле, я бы посмотрел. Так, ладно. Да что ж такое, блин, как же мне его вытянуть отсюда, как же мне его... Главное, заехал, а вот выехать никак не получается. Так, сильно заламываюсь, торопишься. Ребята, просто немножко волнуюсь, да, и я уже сам себя, короче, запорол. Блин. Так, как же мне его, блин, вытащить? Ё-моё, блин, вот это я встрял. Куда же мне его здесь вот пихнуть-то, блин?
Так, а если попробовать развернуться? Если попробовать развернуться. Привет, 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 ребята, привет. Так, 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 так. Блин, почему выключился стрим, братья? Все нормально, все отлично. С Wi-Fi, Wi-Fi у меня оборвался. Так, ну что, господа, господа, все, потихоньку, потихонечку уже выезжаю. Блин, что-то у меня тут картинка изменилась немного, да? Сейчас мы поменяем время суток, да, чтобы лучше была картинка видна. Поближе к вечеру поставим. Так, что случилось с Wi-Fi? Проблема у меня, оборвался Wi-Fi. Так, ребята, давайте, подтягиваюсь. Я дико извиняюсь, господа. Все, почти мы выехали, немножко осталось, да? 666, Морген, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Низкий тебе поклон. Так, начни сначала. Да, все нормально, все нормально. Я уже потихоньку выезжаю, ребята. Алексеюшка, родненький, миленький, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое от канала Game Time. Алексей из Красноярска, спасибо тебе, миленький, родненький, за такую колоссальную поддержку канала. Обнял тебя крепко. Так, так. Ок, брат, ок, брат. Все, наконец-то, ребята, наконец-то, наконец-то я выехал, господа. Наконец-то, ура, ура, ура. Так, правда, немножко я там что-то зацепил, да, немножечко, малешку. Ну, ничего страшного, сейчас мы с другой стороны подъедем, и все будет хорошо. Только единственная проблема, что у меня почему-то стрим, у меня поменялась картинка. Так, Павел, Павел, подождите, Павел... Беляшов, Беляшов, спасибо тебе большое, спасибо тебе большое за поддержку канала Game Time. Мое вам почтение тоже, мое вам почтение. Так, ну что, господа, все, наконец-то, натихоньку, потихонечку. Так, я долго GoPro ходил, я долго GoPro ходил. Так, ребят, понял, Алексей, понял тебя. Так, открепляю я груз, да, теперь сейчас я выезжаю немножко из ситуации. И давайте мы с другой стороны... прицепим прицеп, да, и поедем дальше. И все будет у нас хорошо. Так, все, господа, наконец-то, наконец-то я отсюда выбрался, ребята, наконец-то. Братик, да, сложно, местами сложная игра, местами где-то... Ну, вообще, игра очень сложная, она требует очень много внимательности, практики, да, и всего остальное. Вообще, игра как бы сама хардкорная. Не все ее выдержат, когда играют в эту игру. Многие мне пишут, что день поиграли и нервы не выдержали, и ее забрасывают. Поэтому, братик, игра на самом деле очень сложная. Как бы на стриме легко смотреть, да, но на деле, конечно, сложновато. Вот, пока сам не попробуешь, как говорится, сам и не узнаешь. Так, все, давайте, господа, прицепляем обратно, прицепляем. Так, все, присоединяем, господа, и поехали дальше вести нашего бедолагу. Наконец-то, ребята, наконец-то мне удалось выехать, ребята, наконец-то. Ура, 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 ребята, поздравляю вас, спасибо большое, ребята, кто меня смотрел, кто дождался этого момента. Ребята, наконец-то мы выехали. Так, дух 9G70E, спасибо тебе тоже, спасибо тебе. Большой тоже добрый человек за поддержку канала Game Time. Ребята, всех обнял крепенько, ребята, спасибо вам огромное еще раз. Так, долго, но мы смогли, да, долго, но все-таки рано или поздно это пришлось, рано или поздно нам все равно бы пришлось его бы вытащить отсюда. Так, все, поехали дальше на разгрузку. Так, 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 мы с тобой, спасибо, ребята, спасибо вам за такую колоссальную поддержку, ребята. Всех обнял крепко, до хруста прямо костей, родники, спасибо вам огромное. Так, привет, а на авто можно другие ставить колеса? Конечно, братик, можно, конечно, можно ставить и на другие колеса авто. Так,
Доминейч, Доминейч, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе, добрый человек. Спасибо тебе, мой любимый подписчик, еще раз за поддержку канала Game Time. Так, за сколько купил? За сколько купил? Что именно купил? Напиши еще раз. Ой, ребята, ой-ой-ой, что-то я сегодня... Блин, такой груз, конечно, я что-то сегодня... Что зря сегодня творю. Не могу никак сконцентрироваться на самой игре, ребята. Очень много сегодня от вас поддержки, поэтому, ребята, невозможно опять сегодня ехать нормально. Вот, смотрите, что происходит. Ребята, бедный Пацифик, бедный сегодня Пацифик. Сколько я уже сегодня его и по колесам, и по подвеске ударил. Просто колоссальные сегодня, ребята, повреждения у меня на машине. Ну ладно, ребята, это не важно. Эта игра, нам за это ничего не будет. Главное, ребята, довести груз целости и сохранности. Да, и самое главное, ребята, не важно, с какой сегодня груз, не важно, сколько людей на стриме, ребята, самое главное, это общение. Общение наше все. Так, не зацепить бы мне там еще столбы, да, и вообще было бы все прекрасно. Так, ну вроде столб мы проехали, да, едем, господа, дальше. Сейчас у нас будет, ребята, смотрите, впереди у нас ждет нас мост с Аляски, да, алясочный мост. Вот, и сейчас мне нужно, короче, как-то его проехать, брать, короче, сразу радиус побольше. Блин, не знаю, получится проехать с первого раза или нет, но попытаемся. Так, мощнее колеса поставь. Братья, колеса здесь самые лучшие, больше некуда. Здесь стоят 43-й диаметр, во-первых. Во-вторых, у нас стоят цепи. Это максимальные колеса в плане качества. Максимальные. Так, родненькие, миленькие. Все, заезжаем, короче, мы на мост. Да, сейчас надо взять радиус. Не знаю, правильно я еду или нет. Но надеюсь, что мы заедем и проблем у нас не будет с мостом. Так, ну что, поехали забираться на мост. Так, вроде бы, ребята, немножко в отбойник попадаю, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть бы не зацепить мне мост, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, молодца, есть, ребята. Чуть-чуть, прямо тютельку проехали, ребята. Тютельку. Ой, как хорошо. А я переживал, что мы сегодня не проедем мост, ребята. Все, есть контакт, ребята. Проехали мост. Все, едем дальше, ползем. Повзем потихонечку, давайте пониженную передачу включим, да, чтобы нам быстро не ехать. Кстати, у нас заканчивается солярка. Сейчас нужно срочно, ребята, нам надо заправить технику, иначе мы можем не доехать. Так, попробуй онлайн поиграть. Нет, братское сердце, онлайн я поиграю обязательно, но пока еще не знаю. А сейчас для меня в первую очередь это попробовать стримы на YouTube, вести стрим на YouTube канале, попробовать веб-камеру, как это все работает, всю эту систему, поэтому сейчас мне пока точно не до онлайна. Так, покажи от первого лица, братское сердце, да без проблем, смотрите, ребята, посмотрите еще раз на этот колоссальный груз, господа, просто, ребята, сегодня бомбовый сегодня, господа, онлайн. Точнее, онлайн-стрим по демонтажу бура, ребята, демонтаж бура. Так, ребята, приехали мы на заправку, да, но, не знаю, получится мне заехать сюда, потому что я уже неправильно радиус опять взял. Как всегда, ребята, по радиусу у меня все плохо, господа, все плохо в плане радиуса. Но, надеюсь, что сейчас я сюда заеду, и ничего здесь, повреждений у меня никаких не будет. Надеюсь, я заправлюсь без происшествий. Так, все, давайте, господа, заправим полный бак, потому что у нас осталось 40 литров, иначе мы не доедем. Кстати, бак у него на 350 литров, а мы спалили где-то примерно уже 300 литров, спалили. Так, он по бездорожью хорошо едет. Братское сердце, по бездорожью хорошо едет, если только у него будет хороший апгрейд. Если не будет апгрейда, да, то он по бездорожью вообще может быть и слабоватый. Так, ребята, что-то я там уже цепляю, ребята, все, как всегда, по радиусу не прохожу. Сейчас буду пытаться отсюда теперь выехать, да, потому что сейчас я опять могу запороть все, как всегда. Но это ж я, ребята, это ж Димон же любитель, а не профессионал. Поэтому, ребята, я не профессионал в плане дальнобойства, в плане этих крупногабаритных грузов, да, я как бы любитель, как бы учусь, стараемся ездить.
и все такое. Как бы практикуемся, господа, практикуемся. Вот, поэтому кто-то может быть сейчас хейтеры меня осуждать, я бы там профессионал, я бы лучше. Ребята, я не спорю, что есть профессионалы, да, но я, господа, любитель. Я просто обычный любитель повозить крупногабаритные грузы. Просто это очень интересно и интересно немножко понервничать, наверное, для меня. Привет из Нижневартовска, 86, Паша, 1089, братское сердце, я тебя уже запомнил. Не первый раз вижу тебя на стриме, поэтому привет тебе большой с 32-го региона. Кстати, мы с тобой одногодки, Я тоже 89-го года рождения. Так, господа, все, потихонечку давайте повзем, включаем пониженную передачу, да, чтобы нам быстро не ехать, потому что быстро едешь, и постоянно я не успеваю этим грузом делать маневрирование, потому что груз очень большой, сами видите, не маленький, да, поэтому надо здесь очень медленно ехать с головой, но, конечно, я еду не с остывшей головой, а я немножко, ребята, нервничаю, но надеюсь, что сегодня я доеду. Так, а куда Адидас делся? Братик Адидас, здесь ты или нет, родники? Куда пропал? Так, привет из 34-го региона. Привет, так. Адидас, где там Адидас? Родники, ты на связи? Ответь. Так, а что там на телефоне? Братик, не обращай внимания. На телефон забей просто и все. Если тебе интересно, что на телефоне, то это SimHub. Найдешь у меня в телеграм-канале эту программку. Так, ребята, здесь у нас начинается большая проблема, да. Здесь у нас, ой-ой-ой, какой поворот, ребята, какой поворот резкий. Не знаю, попробую я сейчас через бордюр проехать, не знаю, получится ли нет. Главное, мне не завалить технику, ребята, не знаю. Попробую таким варварским способом, да, проехать сегодня, ребята. Ой-ой-ой, главное, чтобы не потерять прицеп, ребята. Нет, ребята, все нормально. Все нормально, давай, только выезжай, пожалуйста, выезжай отсюда, газ полаз, ребята, есть контакт. Ай, как хорошо, как мне, ребята, повезло. А я надеялся, будет, ребята, хуже. Думал, ну все, пиши пропало. Так, соляру возьмешь по 35, братик, давай я тебе сам продам по 34 рубля 50 копеек. Братик, у меня солярки много, давай я тебе по 34.50 продам, без проблем. Но прикольно ты, конечно, написал мне про солярку, братик. Но если что, я буду иметь в виду, обязательно у тебя, если у меня солярка закончится, да, не будет у меня запасов, обязательно возьму у тебя по 35 рублей, обязательно. Так, самурай, спасибо тебе за мороженое, спасибо тебе за поддержку канала Game Time тоже, мое тебе почтение. Так, ребята, все, подбираемся, наконец-то мы... до разгрузки, родники, осталось немножко, да, вот, поэтому сейчас мы делаем, типа, якобы, делаем срезание, потому что здесь, если ехать чисто по дороге, да, 100% здесь я не пройду, поэтому, ребята, мне получается, нужно здесь делать срез. Так, все, поехали дальше, ребята, потихонечку добираемся, осталось немножко, и скоро, ребята, будет разгрузка, наконец-то мы подбираемся к разгрузке. А что у нас тут происходит? Давайте посмотрим с этой стороны, ребята. Ой-ой-ой, немножко наклонился, ребята, груз. Ну, ничего страшного. Вроде держится, не падает, да. Поэтому, ребята, едем дальше на разгрузку. Посмотрите на этот колоссальный, ребята, здоровый прицеп демонтажа Бура. Так, где Катя? Катя занята со своим ребенком, с нашим. Она там нянчится, гуляет, играется. И все такое. Так, Чечен Борза, спасибо тебе большое, братское сердце, спасибо тебе за подарочки, за мороженки, братское сердце, обнял тебя, как говорится, крепко, низкий тебе поклон, большое тебе спасибо от моей семьи и лично от меня, мое тебе почтение за подарочки, Чечен. Чечен Борзо, спасибо тебе большое за подарки. Так, ребята, извиняюсь, немножечко я не взял радиус, да, слишком поторопился, давайте мы немножко назад сдадим, потому что я здесь не могу проехать. Так, Чечен Борза, ой-ой-ой, сколько подарков, а Чечена, спасибо тебе большое, братское сердце. Спасибо тебе с Брянской области, с города Новозыбково, с границы Беларуси, России, Украины, большой тебе привет, Чечен.
Так, умничка она. Ну, не знаю, братик, умничка или не умничка. Ребятам, вам виднее. Так, ребята, секундочку, немножечко сейчас я войду в игру, потому что я тут зачитался, да, и сам не пойму, что творю. Так, мне нужно сейчас взять побольше радиуса, да, потому что из-за радиуса я не могу повернуть налево, ребята, не могу. Так, братиш, хочешь, буду лайкать твой прямой эфир без перерывности. Братское сердце, поддержка всегда приветствуется, родники. Поддержка — это всегда круто, это очень для меня много значит. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное. Тебе привет из Чечни. Чечня, привет, большое вам. Еще Чечня, большое вам спасибо, братское сердце, за такие колоссальные подарки. Низкий вам поклон от канала Game Time и от моей семьи. Большое вам привет и большое вам спасибо. Большое вам спасибо от моей жены Екатерины и лично от меня, мое вам почтение. Просто за большие такие подарочки. Спасибо вам огромное. Так, гоу на К700 погоняем. Так. Все, ребята, господа, потихонечку подъезжаем на американскую базу, да. Еще немножко осталось подъехать. Впереди вон уже виден американский самолет. Поэтому, ребята, еще немножко пытаемся сократить путь, да. Но надеюсь, что мы здесь пройдем. Кстати, ай-яй-яй-яй-яй. А здесь у нас пень, ребята, наехали мы не на большой пень, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как это так? Ой-ой-ой, Чечен, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе за колоссальную поддержку канала Game Time. Низкий вам поклон от меня, Так, господа, все, проезжаем. Немножко осталось, ребята, почти уже доехали. Ой-ой-ой, неужели мы сегодня, ребята, доедем на разгрузку? Неужели у нас сегодня получилось? Да, ребята, немножко я застрял, да, там немножечко я застрял в плане разворота, да. Правда, немножко уже замешкался. Поэтому, ребята, я растерялся, и проблема была у меня уже с выездом. Но, все-таки, ой-ой-ой, Алексей, спасибо тебе огромное. Тоже Алексей из Красноярска, братское сердце. Спасибо тебе еще раз за огромные такие тоже подарки. Чечен и Алексей из Красноярска. Спасибо вам, ребята, за колоссальную сегодня поддержку канала Game Time. А также от Adidas тоже спасибо. И не только, ребята, всем спасибо огромное, кто сегодня поддерживал канал Game Time. Ребята, низкий вам поклон от меня, от Димона. От Димона с 32-го региона, с Брянской области, с границы Беларуси, России. А также Доминейш, родники миленькие, тебя мы тоже не забываем, родники, спасибо тебе тоже. Низкий поклон тебе тоже. Все, господа, наконец-то мы приехали. Ура, ребята, наконец-то мы разгрузили, ребята, сегодня большую технику. Ребята, получили мы сегодня 1750 долларов, ребята. Наконец-то мы довезли, ребята. Спасибо вам огромное, ребята, за такую колоссальную сегодня поддержку, ребята. Так, все, ребята, минуточку внимания, да. Ребята, еще раз показываю. Короче, вчера приобрел такую камеру. И это, ребята, не реклама, просто хвастаюсь. Ребята, наконец-то я купил камеру. Вот она, родненькая, стоит у меня. Господа, все. YouTube-канал скоро запускаю, стримы в YouTube-канале тоже будут вместе с ТикТоком. То есть я одновременно буду стримить на YouTube-канале и одновременно буду стримить и на YouTube-канале. Ребята, поэтому наконец-то я перехожу на хорошую качественную картинку. Вот. Поэтому, ребята, всех приглашаю на YouTube-канал. Кому-то нравится ТикТок, можете оставаться здесь. Стримы у меня продолжаются здесь по-любому 100%. Вот, но на YouTube мы тоже запускаем. Кому нравится YouTube смотреть, мы там же уже начинаем тоже стримить потихонечку. Поэтому, ребята, YouTube, шапки, профиль, TikTok, заходите. Милости прошу. Думаю, будет весело и классно, ребята. Так, все, что хочу сказать, ребята. Спасибо вам сегодня за такую колоссальную поддержку, ребята. Я просто, честно, не ожидал сегодня такой мощной, ребята, просто взрывной просто поддержки, ребята, от вас. Низкий вам поклон от моей семьи, от моей Екатерины, жены и лично от меня, ребята. Всех я не забываю, всегда вас помню, ребята. Если кого-то я не отблагодарил на стриме, я обязательно отблагодарю вас на своем канале. Каждую неделю я заливаю списки
по вашим ребятам, вашей поддержке. Огромное вам спасибо. Все, ребята, временно ухожу. Компьютер пусть отдыхает, да. Алексей, миленький, родненький, спасибо тебе еще раз. Алексей из Красноярска. Наш любимый и также любимый наш подписчик. Просто суперский, поддержка тоже от Алексея, родненький. Спасибо тебе огромное. Все, господа, все по игре вы найдете у меня в телеграм-канале, телеграм-канал Шапки и Профи ТикТок. Ребята, нет у меня, конечно, извиняюсь, ребята, нету, не пью я алкоголь, ребята, беру, короче, бокал, господа, беру бокал и выпиваю, господа, за ваше здоровье, чтобы у вас было все хорошо, ребята, выпиваю пепси-колу американскую, да, сегодня у нас была типа Канада, Аляска, поэтому, ребята, за ваше здоровье, бамс, ребята, пусть у вас будет хорошо в новом году, добра вам и позитива, ребята, и большой привет от моей семьи, от Екатерины и лично от меня. Все, ребята, спасибо вам всем, ухожу временно на часа 2-3, сегодня стрим будет, но попозже. Все, ребята, это был канал Game Time, спасибо вам огромное, до скорой встречи. Кстати, забыл выпить, ребята, выпиваю. Спасибо, ребята. Все, ребята, ушел. За ваше здоровье, ребята, за ваше здоровье. Бамс. Па-пара-па-пара-пам, мы везем с собой кота. Кижика собаку, Петьку забияку. По полям, синий трактор едет к нам.